Во вторник в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Плюс 21, плюс 24 градуса днем, ночью 17-19 выше 0. Ветер западный, северо-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани на небе облака, пройдет дождь, днем плюс 24 градуса, ночью плюс 17, северо-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, осадки в виде дождя, гроза, днем плюс 23, ночью плюс 19 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, плюс 24 градуса в дневное время, ночью плюс 18, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 54%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 21-22 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.